дорога. Хип-хопа стало грязного, с виду красиво все, шалавы и стразы. Но заглянув на пати, я выкупаю сразу, что даже тёлка вкусно среди этих пидорасов. Поговорить не о чем, кто самый крутой МС. Тебя в детстве наебали, родители спроси. Вы не поверите, парни, но есть еще и нацисты. Засада прав, даже что-то с вами дело нечисто. Как это модно стало быть патриотом, за деньги вскидывать руки и не забить кого-то. Но нам, чтобы дружить, не надо отличать цвета. Есть мудаки и штуки, есть еще и братва. И наличие денег в кармане у моих друзей не имеет значения, кто богаче, кто виней. Я за своих парней раз на раз сломаю ебало. Люблю Россию, для этого не надо быть правым. Не надо быть антифой, чтоб быть против нацизма. Это понятно любому, кто в этой теме занят, блядь. Мои расклады быть рядом, когда близким хуёво. Интересоваться, как вы там живы здоровы. Мне не нужна лаванда, чтобы меня уважали. Не нужны эти чики, что за монеты создали. И твоя девочка рядом, братва, мы готовы. Если как вы заметно пойдет курс реки крови, наша движуха растет, все больше парни кричают. У микрофона 2К, за всю хуйню я читаю. 2К, это типа тупака, вали отсюда пока не намяли бака. Дебивала перезадчиков, скидывай правую руку к солнцу. И когда-нибудь оно на тебя не поднется. Ты охуеешь от выстрелов из автомата. Вивала в газетах, я говорю без блата. Это не пацанский рэп, это суровая правда. Мы даже в банках боремся к вашей дерьмо, yeah. Так надо, мы вылезаем.